Друзья, всем привет-привет! Мои результаты на ТикТок. Тема сегодняшнего видео. С вами на связи Динара Смирецкая, лидер проекта профессии 21 века компании Siberian Wellness. Все вы помните мои предыдущие три видео по поводу ТикТока, о моих результатах. И сегодня я хочу рассказать о своих заключительных результатах, чем же я завершила месяц февраль по личному товарообороту, в чем мне помог ТикТок и как происходит дальнейшая моя с ним работа. Итак, на февраль месяц мое ЛТО составило, внимание, не падайте, более чем 2200 баллов. Что это такое? Это означает, что мои продажи в феврале составили около 90 тысяч рублей. Личные продажи, то есть это ЛТО. Напоминаю, что многие не приходят в сетевой бизнес именно из-за ЛТО, говоря, что боже, ну а как же я его буду закрывать? 3 тысячи, 4, в каких-то компаниях 6 тысяч ЛТО. Это же такие огромные деньги. Да где я найду покупателей? Да как я продам? Да для чего я это все буду покупать? Ребятки, опачки, за февраль месяц, 28 дней, короткий месяц, я сделала 2200 баллов. В легкую. Да, поработала, попотела немножечко, но все реально, все просто. С учетом того, что у меня двое детей, муж, домашние заботы, хлопоты, я не в замке живу с прислугой, то есть все домашние хозяйства прилагаются у меня. Так вот, несмотря на все это, благодаря ТикТоку, благодаря моей ежедневной работе на ТикТок, а кто подписан на мой Инстаграм, тот знает, что я выкладывала видео ежедневно, не опуская рук, а когда-то у меня видео выстреливали, когда-то нет, вот, пожалуйста, мои результаты. Что хочу сказать, для меня это полный шок и, конечно же, рекорд. Таких товарооборотов личных я никогда не делала. С учетом того, что последние 1000 баллов пришло ко мне буквально за крайние 3 дня февраля. То есть просто выстрелила пару видео по поводу похудалочки, а это самая популярная тема на ТикТок, рассказываю вам один секретик. Вот буквально у меня 1000 последних баллов закрылось там в крайние 3 дня, что меня очень порадовало и удивило. Вообще, я очень люблю общаться с клиентами, с партнерами, коммуницировать, рассказывать о нашей продукции, как, что, почему она помогает, потому что у меня у самой очень большие результаты по приему нашей продукции великолепной. Так вот, что я решила сделать в марте? В марте, конечно, я видео каждый день выкладывать не буду, я немножечко от этого, скажем так, устала, плюс у меня, как у лидера большой команды, у меня в команде более чем 150 человек, есть свои какие-то задачи, я люблю вести YouTube, записывать видео, я люблю какие-то решать более глобальные вопросы, придумывать новое обучение и так далее. Поэтому немножечко от ТикТока я сейчас отхожу, но шок-контент сейчас будет. Несмотря на то, что я вроде как решила завершать тему с ТикТоком, это мне не помешало уже в первый день марта, за 1 марта, закрыть ЛТО более чем 1000 баллов. То есть, ребятки, смотрите, за первые сутки марта я закрыла 3 квалификации по маркетинг-плану Siberian Wellness. У нас первые 3 квалификации – бизнес Team 300, бизнес Team 500 и бизнес Team 1000. И вот посмотрите, закрыв свое ЛТО на 1000 баллов, то есть сделав продажи за сутки на 40 тысяч рублей, я закрыла сразу же 3 квалификации. 3, ребят! А кто-то в сетевом бизнесе сидит годами на 100, 200, 300, 500 баллах и сидит и плачется. Ой, у меня ничего не получается, компания плохая, маркетинг плохой, продукция дурная, обман, лохотрон. Друзья мои, вы просто делаете неправильные действия. Вы просто не проходите правильного, нормального, работающего обучения. Вы просто не делаете ежедневных каких-то определенных действий, которые точно приведут к вас к результату, как приводят меня и мою большую структуру. Понимаете? То есть, когда вы найдете нормальную компанию с адекватным, востребованным продуктом, когда вы найдете команду с крутым работающим обучением, как, к примеру, команда профессии 21 века, у вас точно все получится. И вы не будете сидеть на нуле месяцами, а то и годами. А я знаю очень много партнеров в сетевой индустрии, которые сидят на нуле, которые получают 1000, 2000, 3000 рублей, еле-еле отбивая свое ЛТО, и не понимают, почему же так происходит. Сидят какие-то постики там в Инстаграме выпускают о продукции, эти постики вам ничего не дадут. Если вы не знаете законов продвижения, если вы не знаете, как проставлять хэштеги, если вы не знаете, как продвигать свой пост, если вы не пользуетесь ТикТоком, если он у вас еще не установлен на телефон, понимаете, вы всегда будете на нуле и будете страдать от того, что ой, какие все вокруг нехорошие, а вот я один столько делаю, у меня ничего не получается. Нужно делать правильные действия. Поэтому, ребятки, дорогие мои, найдите себе хорошего наставника, это могу быть не только я, выберите себе хорошего наставника из нашей огромной структуры профессии 21 века. И welcome к нам в команду. Каждую неделю у нас запускается обучение по продуктовым чатам, каждую неделю у нас запускается обучение по ТикТок, инстамагазину, автомагазину ВКонтакте. Вы выбираете свою любимую
любимую соцсеть, в которой вам удобно работать, и начинаете бомбить и вот показывать такие же результаты. Понимаете? За сутки можно закрыть 3 ранга. За сутки. А за месяц можно вообще взять лидерскую квалификацию, как сделала это я. Пожалуйста, 2200 баллов за февраль. Это уже 4, практически 4 квалификации. У нас 4-я квалификация бизнес-тим 2500. То есть, если бы у меня не было команды, и я бы больше бы вложилась в продажи, в общение с клиентами, я просто бы на продажах закрыла бы бизнес-тим 2500. Понимаете? То есть, уже за эту квалификацию, на основании вот этого результата, я получила 25 тысяч рублей. 25 тысяч рублей. В одиночку, понимаете, закрыв 2200 баллов, ну, не 200, да, там, если, там, чуть-чуть побольше бы я поработала над своим ЛТО, закрыла бы 2500, то есть только на личном вот этом обороте можно иметь зарплату 25 тысяч рублей. Ребятки, вспомните, какие у нас зарплаты по России, по городам, по деревням, по селам, по поселкам. Угу. 8, 10, 12 тысяч рублей. Я знаю таких людей. Я знаю мужчин, у которых 12 тысяч рублей зарплата. А тут, сидя в онлайне, ты можешь за месяц заработать 25. С детьми, с готовкой, с уборкой, с прогулками, с курсами и так далее, и так далее. Каково? Хорошо? Я считаю, очень хорошо. Поэтому, друзья, хватит сидеть на нуле, хватит страдать, хватит обвинять государство, погоду, природу, да? Все мои контакты под этим видео. Приходите к нам в команду, проходите наше бомбезное обучение и зарабатывайте крутые деньги. Все. Всем пока-пока.